Приветствую, друзья! Продолжаем с вами готовиться к заданию. На очереди 34 вариант. Задание с 6 по 14 – это блок алгебры. Давайте приступим. Первое задание с блока алгебры традиционное – это нахождение значений выражения, то есть пример. Пример у нас с вами может быть с обыкновенными дробями, с десятичными дробями, отрицательные числа, положительные числа. Любой пример стандартный уровня где-то конца шестого класса. Поэтому давайте с вами выполнять. Что можно сделать в данном случае? Но в данном случае самое простое я предлагаю сделать по действиям. Давайте вспомним, что первое действие у нас в скобках, второе действие деление. Так и сделаем. Первое. 5 девятых минус 2 пятых. Девятка раскладывается на два множителя. Это 3 и 3. Пятерка раскладывается только на два множителя, 5 и 1. И у этих двух чисел нет общих множителей. Такие числа называются взаимно простыми. А общий знаменатель у взаимно простых чисел только их произведение. То есть 9 умножить на 5 – 45. Тогда каждой дроби будет дополнительный множитель, знаменатель соседней дроби. То есть к дроби 5 девятых дополнительный множитель 5, к дроби 2 пятых дополнительный множитель 9. Ну и тогда получается 5 умножаем на 5 – 25, минус 9 умножить на 2 – 18. 25 минус 18 – это семерка. Мы получаем 7 – 45. И осталось выполнить второе действие. Это 7 тридцатых разделить на 7 сорок пятых. Правило деления обыкновенных дробей. Чтобы разделить дробь на дробь, мы первую дробь оставляем без изменения. Знак деления заменяем умножением, а вторую дробь переворачиваем. То есть меняем числитель и знаменатель местами. Ну и тогда здесь начинаем сокращать. Нет смысла умножать, чтобы потом что-то делить и так далее. Сразу обратите внимание, семерку и семерку можно сократить. 45 и 30. У них общий множитель – это пятерка. 30 делится на 5 – это 6. И 45 делится на 5 – это 9. Видите, можно было еще сократить, но оставим как есть. 9 шестых. Девятка – это 3×3, шестерка – это 3×2. Значит, у них еще есть общий множитель, то есть можно сократить на тройку. 9 делим на 3 – 3, 6 делим на 3 – 2. Мы получили 3 вторых. 3 будет число, которое записывается в бланк. Из 3 вторых можно получить дробь, у которой в знаменателе будет десятка. Каким образом? Двойку домножить на пятерку, но помним, основное свойство дроби. Если числитель и знаменатель умножить на одно и то же число, то дробь от этого не изменится. Не только знаменатель или только числитель одновременно. То есть сохраняем равновесие. Значит, 3 умножаем на 5 – 15. И мы получаем 1 – 0. Значит, отделяем одну цифру запятой. 1,5. Если вы наизусть помните, что 3 вторых – это 1,5. Прекрасно. Если вы не помните основное свойство дроби, значит, можно пойти другим путем. 3 разделить на 2 в столбик, потому что дробная черта означает знак деления. Ну и 3 делим на двойку традиционно. 3 разделить на 2 по 1. Закончили делить целые, ставим запятую, сносим 0. 10 разделить на 2 по 5. То есть, каким образом вы запишете это число в виде десятичной дроби, выбирать только вам. Я предложила 3 способа. Один – помнить наизусть, другой – воспользоваться основным свойством дроби, ну и третий – просто разделить одно число на другое в столбик. Значит, в результате мы получили 1,5. И переходим к заданию седьмому. Седьмое задание. Какое из следующих чисел заключено между числами? 3 корень из 2 и 2 корень из 3. Но, во-первых, надо определить, какое из этих чисел больше, какое меньше. Может быть так, что 3 корень из 2 меньше, чем 2 корень из 3, или наоборот. Во-вторых, предлагаю те числа, которые нам предлагают, из которых нам предлагают выбрать, тоже записать в виде
корня. Итак, что мы с вами сейчас сделаем? Смотрите. 3 корень квадратный из 2. Между тройкой и корнем стоит невидимый знак умножения. Можно тройку внести под корень. Как мы вносим под корень? Берем это число в квадрат и, соответственно, заносим под корень. То есть у нас получается 3 в квадрате, умноженное на 2. 3 в квадрате 9, 9 умножить на 2 – 18. То есть 3 корень квадратный из 2 – это корень из 18. То же самое проделаем с двойкой, умноженное на корень из 3. Вносим двойку под корень, и получается 2 в квадрате умножить на 3. Это будет 4 умножить на 3, корень квадратный из 12. То есть получается, что так как корень квадратный из 18 больше корня квадратного из 12, значит получается 3 корней из 2 больше 2 корней из 3. Ну и надо определить, какое число находится внутри, то есть между ними. Значит, смотрите, что у нас получается. Мы возьмем с вами координатную прямую. Здесь у нас получается корень из 12 меньше. Значит, мы запишем 2 корня из 3 или корень квадратный из 12, как вам удобно. А здесь у нас будет 3 корней из 2 или корень квадратный из 18. Ну а теперь переведем вот эти все числа, двойку, тройку, четверку и пятерку, в корни квадратные. Двойка – это корень квадратный из 4. Тройка – это корень квадратный из 9. Четверка – это корень квадратный из 16. И пятерка – это корень квадратный из 25. В принципе, здесь в задании делать не надо, но так как мы с вами готовимся к экзамену, поэтому я просто сделаю чуть больше, чем положено в этом номере. Давайте просто расставим эти числа. То есть, смотрите, у нас есть корень из 12 и корень из 18. Корень из 25 больше, значит, будет это число находиться здесь. Я запишу его в виде пятерки. Дальше. Корень из 16 будет находиться как раз между квадратным корнем из 12 и квадратным корнем из 18. Значит, четверка будет находиться между ними. Корень из 9 меньше, чем корень квадратный из 19, значит, тройка здесь, ну и двойка, соответственно, еще меньше. То есть, если мы расставляем в порядке возрастания, на первом месте самое маленькое число двойка, потом тройка, потом 2 корня из 3, потом четверка, потом 3 корня из 2 и потом пятерка. Но в нашем случае получается, что мы выбрали 4. 4 находится под третьим номером. Значит, в бланке ответа мы пишем именно 3. Не то число, которое получилось, а тот вариант ответа. Тут все конкретно написано. В ответ запишите номер выбранного числа. Четверка стоит под номером 3. Не ошибитесь. Ну а мы переходим к заданию 8. В восьмом задании необходимо найти значение выражения. Давайте его выпишем. А в шестой степени умножить на А в 19 степени и разделить на А в 22 степени. Найти значение выражения, если А равняется 3. Пока это не будем трогать. Давайте разберемся вообще в принципе с этим заданием. Когда вас просят в восьмом задании найти значение выражения, и есть большое выражение и какое-то конкретное число, бывает одно, бывает два, сначала преобразуйте это выражение, то есть сделайте его проще, соберите вместе. Что мы с вами видим? Мы видим, что у нас везде одинаковая буква, да, одинаковое основание. Значит, нам надо применить свойство степени. Где мы берем свойство степени? Свойство степени мы берем в справочном материале. Смотрите, вот этот блок – это свойство степени. Обязательно распечатайте справочный материал и начинайте к нему привыкать. То есть вот они все степени, которые у нас есть.
Вы с ними разберетесь, я просто выпишу те, которые нам необходимы для решения данного задания. Значит, смотрите, что у нас есть. Во-первых, у нас есть произведение и деление. Вообще мы помним, что порядок действий, да, арифметической операции. В первую очередь у нас выполняется умножение. То есть не то, что умножение в первую очередь. Когда у нас есть умножение и деление, они просто делаются по порядку. То есть в том виде, в котором есть, начиная слева направо. Слева у нас умножение, значит, в первую очередь мы делаем умножение. Дальше у нас деление, значит, потом мы делаем деление. То есть необходимо а в шестой степени умножить на а в девятнадцатой степени. Когда у нас одинаковые основания, я выпишу здесь, то преобразовывая, мы показатели степени складываем. Значит, необходимо к шестерке прибавить 19. И мы получаем а в 25 степени. Второе действие. Во втором действии, смотрите, первое действие, то есть результат первого действия, необходимо разделить на а в 22 степени. Тут нам поможет другое свойство степени, которое тоже есть там же в справочном материале. Когда мы делим с одинаковым основанием степени, мы показатели отнимаем. То есть получается, что от 25 надо отнять 22. 25 минус 22 – это получается 3. То есть у нас получилось а в третьей степени. Но и третье, что мы делаем, естественно, это надо подставить вместо а тройку. То есть вот сюда мы подставляем тройку. И тогда у нас получается 3 в третьей степени. И ни в коем случае не говорите, что это 9. Потому что степень показывает, сколько раз это число умножается само на себя. То есть тройка умножается сама на себя 3 раза. Пропишите это, если не можете посчитать устно. То есть тройка умножается сама на себя 3 раза. Еще раз. Показатель показывает, сколько число умножается само на себя. 3 на 3 – 9. 9 на 3 – 27. Значит, бланк ответа мы записываем 27. Ну и переходим к заданию 9. Задание 9 – это задание на нахождение корней уравнения или на решение уравнения. То есть в 9-м задании нам необходимо найти уравнение, решить уравнение. Уравнение такое – 2х плюс 7 равняется х, деленное на 3. Традиционно это уравнение можно, конечно, решать стандартным способом. То есть вот прям с самого начала. Неизвестное в одну сторону, известное в другую сторону, с противоположным знаком. То есть если у нас 2х мы никуда не переносим, так и остается, к нему перекидываем х третьих, а в обратную сторону, то есть в правую сторону, мы переносим семерку с противоположным знаком. Теперь вся трудность посчитать эти иксы, то есть привести подобные слагаемые. Давайте разберемся. Смотрите, у нас есть 2 икса и у нас есть 1 третья икса, потому что х третьих – это как раз и есть 1 умножить на х, деленное на 3, то есть 1 третья х. Что можно в данном случае сделать? Ну, либо посчитать устно, если у вас все хорошо, вы понимаете, как приводятся подобные слагаемые. Либо в этом и в этом случае у нас одинаковый множитель, выносим его за скобки. И тогда просто считаем числа 2 минус 1 третья. Как можно от двойки отнять 1 треть? Мы у двойки заберем единичку, то есть что такое 2? 2 – это 1 плюс 1, то есть одну целую оставим, а единица – это такое число универсальное, которое можно представить как дробь, только эта дробь будет с одинаковым числителем и знаменателем. То есть мы двойку превратим вот в такое число – 1,3.
и минус 1 третья. Тогда у нас получается x умножить на 1,2. Ну, потому что отнимаем дроби с одинаковым знаменателем. 3 третьих минус 1 третья – это будет 2 третьих. То есть у нас получается 1,2 третьих x. 1,2 третьих x. И все это равняется минус 7. Теперь, чтобы найти x, мы всегда делим на то число, которое стоит возле неизвестного. То есть x равняется минус 7 разделить на 1,2 третьих. Как разделить число на смешанную дробь? Чтобы разделить число на смешанную дробь, во-первых, эту смешанную дробь надо перевести в неправильную. 1,2 третьих. Как перевести эту дробь в неправильную? Мы целую часть умножаем на знаменатель, складываем с числителем, результат записываем в числитель. Знаменатель не трогаем. То есть получается 1 умножить на 3, 3, 3 плюс 2, 5. У нас получилось дробь 5 третьих. То есть минус 7 мы делим на 5 третьих. Как разделить число на дробь? Число не трогаем. Деление заменяем умножением, дробь переворачиваем. Ну и последнее правило, как умножить целое число на дробь. Мы это число умножаем на числитель, знаменатель не трогаем. То есть мы получили минус 21 пятая. Ну и тут опять мы действуем несколькими способами. Во-первых, это неправильная дробь, вы можете выделить целую часть. Но я все-таки советую вам натренироваться и превращать, особенно если у нас такие замечательные знаменатели, из которых можно сделать 10, 100, 1000 и так далее, превращать именно вот в это число. То есть мы из пятерки можем сделать десятку, умножить на 2. Но сохраняем равновесие, значит и числитель умножаем на 2. То есть получаем минус 42 десятых. Количество нулей показывает, сколько цифр мы отделяем запятой. Минус 4,2. То есть это то число, которое мы запишем в бланк ответа. Но, честно, я бы таким способом не решала. Когда у нас в знаменателе есть целое число, надо по максимуму постараться просто от него избавиться. Каким образом? У нас есть правило. Сейчас я вам его скажу. Перепишу уравнение. Смотрите, нам надо вот от вот этой тройки избавиться. А как мы можем избавиться? То есть как 1/3 превратить в единицу? Домножить на обратное число, на тройку. У любого числа есть обратное число. У 1/3 обратное число 3. У семерки обратное число 1/7 и так далее. Поэтому мы хотим избавиться от этой тройки. Но мы же не можем только правую часть домножить на 3. В любом случае мы всегда сохраняем равновесие. Поэтому есть правило. Если левую и правую часть тождества умножить или разделить на число, не равное нулю, то тождество от этого не изменится. То есть, я вот прям пропишу, мы будем домножать на 3 абсолютно каждое число в этом тождестве. И тогда что получается? 3 умножить на 2х – это 6х. 3 умножить на 7 – 21. И 3 умножить на х третьих – тройки сокращаются. И остается просто х. И мы получили довольно-таки комфортное линейное уравнение. Х мы перенесем к 6х, а 21 перенесем в правую сторону. И х и 21 мы переносим со знаком минус, потому что они оба были положительные. 6х минус х мы получаем 5х минус 21. Ну а дальше мы делим всегда на то число, которое стоит возле неизвестного. То есть минус 21 пятая. А мы только что делали буквально несколько минут назад и нашли ответ, что это минус 4,2. То есть задание 9 мы сделали. Десятое задание – это задание на теорию вероятности. На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки. 4 с мясом, я выпишу сразу,
с мясом 4, с рисом 5 и 21 с повидлом. Андрей наугад берет один пирожок. Найдите вероятность того, что пирожок окажется с повидлом. То есть нам надо найти вероятность того, что пирожок с повидлом. Напоминаю, для того, чтобы найти вероятность вот такого простого события, надо благоприятное событие разделить на общее количество. Значит, у нас с вами получается пирожков с повидлом 21 штука. Это благоприятное событие, потому что Андрей хочет именно пирожок с повидлом. А дальше нам надо найти общее количество пирожков. 21 плюс 4 плюс 5. 21 плюс 4 – 25, 25 плюс 5 – это 30, то есть 21 тридцатая. 21 – это 7 умножить на 3, 30 – это 10 умножить на 3, можно сократить на тройку. И остается тогда 7 десятых. Тогда вероятность того, что Андрей возьмет пирожок с повидлом – 0,7. Задание 10 есть 11. 11 задание – это задание на чтение графиков функций. В данном случае, посмотрите, у нас функция вида y равняется kx плюс b. Это линейная функция. Графиком линейной функции, как вы видите, у нас три варианта, и это все прямая. На первом, на втором и на третьем графике у нас везде прямая. Так, еще раз. y равняется kx плюс b – это прямая. За что отвечает, то есть у любой функции, как я вам рассказывала уже про параболу, у любой функции вот эти числа k и b играют свою роль. Y равняется kx плюс b. K отвечает за направление прямой. Направление. Если коэффициент k у нас положительный, то прямая идет вверх. Если коэффициент k отрицательный, прямая идет вниз. А точка b отвечает за пересечение с осью OY. Если b положительное, то пересечение относительно оси y будет выше нуля. А если b отрицательное, пересечение будет ниже нуля. Давайте смотреть на наши графики, те, которые нам предлагают. Как определить, что график возрастает или убывает? Мы же с вами все читаем слева направо. Значит, если мы слева направо наблюдаем движение вверх, значит, график возрастает. Если слева направо наблюдаем движение вниз, значит, график убывает. И тогда смотрите, в первом случае график пошел вверх, тогда коэффициент k положительный. Во втором случае график пошел вниз, коэффициент k отрицательный. И в третьем случае график опять пошел вниз, коэффициент k отрицательный. Теперь смотрим, где у нас график пересекается с осью y. Вот она точка, посмотрите, она ниже нуля. Значит, b будет отрицательная. Здесь точка выше нуля, значит, b положительная. И в данном случае точка ниже нуля, значит, b отрицательная. Когда вы это все определили по графику, только потом начинайте подбирать ответы. Ну, иначе просто это будет долго, и вы запутаетесь. То есть, глянули на графики, посмотрели, растет, где пересекает ось и так далее, все это проставили, а теперь можно искать. Итак, смотрите, что у нас получается. У нас получается у а меньше, меньше. Меньше-меньше – это третий. Значит, а – это у нас 3. У b меньше-больше. Меньше-больше – это у нас второй график. Значит, это 2. И у v больше-меньше – это как раз у нас первый график. Значит, 1. Тогда в бланке ответов, вот как у нас а, b, v, так и пишется 3, 2, 1. Это тот ответ, который мы запишем в 11 задании.
Ну, а мы переходим к 12-му. 12-е задание – это задание на умение работать с формулами. Надо аккуратно прочитать, аккуратно все выписать и уже решать, что куда подставлять и вычислять. Давайте начнем с чтения. В фирме «Эх, прокачу» стоимость поездки на такси в рублях длительностью более 5 минут рассчитывается по формуле «С равняется 180 плюс 15, Т минус 5», где «Т» – длительность поездки в минутах. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость поездки 16-минутной. Рассчитайте стоимость 16-минутной поездки. Ответ дайте в рублях. Итак, формула. Выписываем формулу. С равняется 180 плюс 15 умножить Т минус 5. Нас спрашивают стоимость, то есть просят рассчитать стоимость 16-минутной поездки. То есть время – это 16 минут. Тогда что мы делаем? Мы вместо Т просто подставляем 16 и вычисляем стоимость поездки. Значит, у нас получается 180 плюс 15 умножить 16 минус 5. Все по приоритету математических действий. Первое действие в скобках. Второе умножение. Третье сложение. 16 минус 5 – 11. Значит, надо 15 умножить на 11. 15 умножить на 11 будет 165. Можно посчитать в скобках. Можно посчитать в столбик. То есть берете 15, умножаете на 11. Это будет 5, 1, 5, 1. 165. Ну и осталось к 180 прибавить 165. 180 – это 100 плюс 80. 65 – это 100 плюс 60 и плюс 5. Значит, получаем 200, 140 и еще 5. 200 плюс 140 – 340, еще 5 – 345. Это та стоимость, которую будет оплачивать человек в 16-минутной поездке, а это то число, которое мы будем писать в бланк ответов. То есть 12-е задание готово. 13-е задание – это задание на решение неравенства. 4х минус х квадрат меньше 0. Что это за неравенство? Это квадратичное неравенство, потому что у нас х в квадрате. Давайте вспомним, как решается квадратичное неравенство. 4х минус х квадрат. Но тут не так много способов. Вы можете схематически, то есть помнить, как себя ведет парабола. Первый способ, то есть методом параболы. Второй способ – это методом интервалов. Как решается методом интервалов? Чтобы решить методом интервалов, надо просто найти нули в левой части, то есть нули функции. То есть если мы решаем методом интервалов, мы ищем критические точки, то есть те точки, которые всю правую часть превращают в ноль. Что можно в данном случае сделать? Можно x вынести за скобки, остается 4 минус x. И тогда произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю. То есть x равняется нулю или 4 минус x равняется нулю. В каком случае здесь будет ноль, когда x равен четверке? То есть мы получили две критические точки – 0 и 4. Отмечаем их. У нас неравенство не строгое, значит, точки будут закрашены. 0, 4. И у нас получилось 3 интервала. Смотрите, раз интервал, два интервал и три интервал. И на каждом из этих интервалов нужно проставить знак. Но что хорошо, в квадратичном неравенстве знаки чередуются. И каким образом мы здесь идем? Ну, тут либо вы помните, что функция вот такого вида, я сейчас ее выпишу, минус x квадрат плюс 4x – это парабола, у которой веточки направлены вниз, и тогда вверху у нее положительная функция, внизу отрицательное значение функции. Это если вы помните. Если вы не помните, берете любое число
из интервала. Например, возьмем отсюда единичку. Подставляете вот то, что мы выделили, эту единицу. То есть берете, умножаете 4 на 1 минус 1 в квадрате. И смотрите, какое число по знаку будет. 4 умножить на 1 – 4, 1 в квадрате – 1. 4 минус 1 – это положительное число. Значит, вот на этом промежутке, где вы взяли единицу, знак будет плюс. Ну, а так как у квадратичного неравенства знаки чередуются, значит, мы делаем именно чередность минус плюс минус. То есть, либо вы помните, как выглядит парабола, а это редко кто помнит, значит, берете конкретное число, определяете в любом из промежутков знак, то есть вы берете любое число. Вы могли взять, например, здесь пятерку, или здесь могли взять минус единицу. То есть на любом из интервалов вы берете то число, которое лежит в этом интервале. Посчитали, подставили, получили. Значит, что у нас получается? У нас неравенство меньше нуля. Меньше нуля этот промежуток и этот промежуток. А это как раз у нас с вами, посмотрите, первый вариант ответа. То есть в данном случае мы пишем число 1. Ну и 13 задание сделали. Осталось последнее, 14 задание из блока алгебры. Ну и последнее. Ну и последняя задача из блока алгебры. 14. Это задача на последовательность. У Юли есть теннисный мяч. Она со всей силы бросила его об асфальт. После первого отскока мячик подлетел на высоту 450 сантиметров, а после каждого следующего отскока от асфальта подлетал на высоту в 3 раза меньше предыдущей. После какого по счету отскока высота, на которую подлетит мячик, станет меньше 20 сантиметров? Давайте сделаем задачу вручную, а потом попробуем применить новые знания. Вы пока еще не умеете решать эти задачи с помощью формул, потому что это будет где-то второй круг у 9 класса. Но вполне, прочитав условия задачи, вы можете справиться, ну, как так называемой, вручную. Итак, смотрите, у нас получается, что есть отскок и есть высота. То есть номер отскока и высота. Давайте тогда так и оставлю. Номер и высота. Что мы читаем? Смотрите, после первого отскока мячик подлетел на высоту 450 сантиметров. А после каждого следующего подлетал на высоту в 3 раза меньше предыдущей. То есть, смотрите, вот мячик сюда, вы все кидали когда-нибудь на пол мяч. Стукнули его об пол. Он подлетел на 450 сантиметров. Это вы его просто в руке, да, тут у нас, допустим, в руках. Вы его кинули, он подлетел. Дальше каждый отскок, то есть это первый отскок, каждый следующий отскок, он будет подлетать в 3 раза меньше. В разы это значит мы делим. То есть следующий отскок у него получается 450, деленное на 3. Это будет 150. Он еще раз отскочил, третий отскок, и опять подлетел в 3 раза меньше. Это 50. Четвертый отскок получается 50 делим на 3. 50 на 3 нацело не делится, но мы можем выделить целую часть. Сколько раз тройка помещается в 50? Это у нас будет, давайте разделим, 50 разделить на 3, 1, 16 раз. И тогда остается двойка, 2 трети. То есть 16,2 трети сантиметра во время четвертого отскока у нас подлетает мячик. А у нас спрашивают, после какого по счету отскока высота, на которую подлетит мячик, станет меньше 20. Ну и смотрите, 16 – это меньше, чем 20. Значит,
после первого отскока подлетает на 450, после второго на 150, после третьего на 50, после четвертого на 16,2, а это уже меньше 20 сантиметров. То есть получается здесь в ответе 4, потому что после четвертого отскока мячик подлетает на эту высоту. Это мы сделали с вами вручную, то есть всего-навсего понимая, что происходит в жизни мячика и как он прыгает. Если бы мы применяли формулу, то что бы мы делали? Так как здесь используется в какое-то количество раз, значит, здесь используется геометрическая прогрессия. В чем у них разница? У вас будет геометрическая прогрессия и арифметическая. Геометрическая прогрессия – это когда в какое-то количество раз у нас изменения происходят. А арифметическая – это когда на какое-то количество раз происходит изменение. Формулы для геометрической арифметической прогрессии у вас есть в справочном материале. Вот они где находятся. Сейчас я их выделю. Вот у нас арифметическая прогрессия. Здесь две формулы. Ну и, соответственно, геометрическая прогрессия – тоже две формулы. Арифметическая в данной задаче нам не нужна. Нам нужна формула геометрической прогрессии. А в частности, нам необходима первая формула. Потому что по первой формуле мы определяем n-ный член этой геометрической прогрессии. Давайте выпишем эту формулу и подумаем, как же нам с ней работать. То есть у нас получается bn это b первое умноженное на q в степени n минус 1. А вот это вот как раз b первое это тот первый элемент, который у нас происходит. В нашем случае это 450. Bn это получается как раз вот это вот наш последний элемент, который мы с вами нашли. То есть смотрите, вот это у нас получается первый, это второй, это третий, это четвертый. Но вся проблема в том, что вот это как раз четверка n, мы ее не знаем. У нас n неизвестно. Мы ее должны найти. Но мы знаем, что bn должно быть меньше 20. Что такое Q? Q – это то число, во сколько раз происходит изменение. Но обратите внимание, у нас здесь стоит знак умножения. А что значит разделить на 3? Это значит умножить на перевернутое число, то есть на 1/3. То есть нам надо перейти именно к этому умножению. Тогда получается, что Q равняется 1/3. Ну и тогда мы приходим к такому выражению. Смотрите, вместо b первого мы пишем 450 умножить 1/3 в степени n минус 1. И все это должно быть меньше 20. Ну и осталось теперь только решить это неравенство. Давайте думать, как мы будем его решать. Неравенство ну, не совсем уровня 9 класса. Ну, давайте попытаемся. Вот, основываясь теми знаниями, которые у нас с вами есть. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, мы можем сократить на 10, да, разделить на 10. Тогда у нас получается 45 умножить. Что мы можем сделать с 1/3 в степени n минус 1? 1/3. Давайте я даже не 1/3 возьму, а просто возьму букву. А в степени n минус 1. Мы можем разбить это как а в степени n умножить на а в степени 1. На каком свойстве? А в степени m умноженное на а в степени n это а в степени m плюс n. То есть, основываясь на вот это свойство, мы можем разбить таким образом. Но вместо а подставим 1/3, тогда у нас получается 1/3 в степени n умножить на 1/3 в минус первой степени. И все это меньше 2. Тогда у нас дробь
в отрицательной степени мы дробь просто переворачиваем. То есть 1 третья минус первой степени превращается в тройку. И тогда мы получаем 45 умножить на 3, умножить на 1 третью степени n. Вспоминаем, когда у нас дробь в степени, мы берем числитель в эту степень и знаменатель в эту степень. 1 в любой степени – это 1. Но остается тройка в степени n. И все это меньше 2. Тогда 1 третья степени n меньше, делим, да, на 45 умножить на 3, это сколько? Это 120 плюс 15, 135. То есть получается 2. 2 делится на 135. Ну, каким-то образом надо сравнить дроби. Мы умеем сравнивать дроби либо с одинаковым числителем, либо с одинаковым знаменателем. Я предлагаю сделать с одинаковым числителем. То есть домножить вот эту дробь на двойку. Мы имеем право. У нас есть основное свойство дроби, которое гласит, если числитель и знаменатель умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю, то дробь от этого не изменится. Тогда у нас получается 2 разделить на 2 умножить на 3 в степени n меньше 2, 135. А теперь давайте вспомним, когда одна дробь больше другой. Из двух дробей с одинаковым числителем больше та дробь, знаменатель которой меньше. Значит, если у нас 2 135 больше 2 деленное на 2 умножить на 3 в степени n, значит, знаменатель 135 меньше знаменателя 2 умножить на 3 в степени n. Давайте так и запишем. 135 меньше 2 умножить на 3 в степени n. Тогда 3 в степени n, да, мы возьмем, умножим на 1 вторую, будет больше 135 вторых. Ну и осталось только 135 разделить на 2. Это будет 67,5. Ну а теперь механическая работа. Мы не умеем с вами такие неравенства решать на уровне 9 класса, поэтому мы просто начинаем перебирать n-ки. Если n 1, мы получаем 3 в первой степени больше 67,5. Нет. Если n равно 2, получается 3 в квадрате 9 больше 67,5. Нет. Если n равно 3, 3 в кубе 3 на 3 на 3, это 27. Больше 67,5. Нет. Если n равно 4, 3 в четвертой степени, это 3 на 3 на 3 на 3. То есть 9 на 9, 81. А вот тут вот уже 81 больше, чем 67,5. И мы нашли n 4. Но в данной задаче все-таки быстрее вручную посчитать. Хорошо, конечно, если вы поймете то, о чем я сейчас рассказывала. Если не поймете, не переживайте. Решайте вручную, и все будет хорошо. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Блок алгебры 34 варианта мы закончили. Давайте готовиться к экзамену вместе. До новых встреч. Пока-пока.